«Останови огонь» – такое название носит конкурс, который проводится на базе Сафоновского местного отделения ВДПО. Приурочен он к дате. 30 апреля отмечается День пожарной охраны. На суд жюри было продемонстрировано более 250 работ по следующим номинациям: художественно-изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество, технические виды творчества в четырех возрастных категориях. Участие приняли ребята из поселка Хомжирковский, Дорогобужа и Сафонова. Жюри старалось оценить работы по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения, соответствие требованиям и тематике конкурса. Работы были продемонстрированы в различных техниках исполнения и с разными сюжетными линиями. Ребята через свое творчество попытались донести, насколько важна профессия пожарного, как не следует себя вести дома и на природе, а также техническое оснащение пожарной безопасности. Хотелось, конечно, сказать большое спасибо детям, их руководителям о том, что эта тема продолжается, она направлена на пожарную безопасность и, соответственно, на сохранение жизни и здоровья людей, детей и ценного имущества, которое нажито своим трудом. Работы победителей детско-юношеского творчества по пожарной безопасности примут участие в Смоленском областном этапе конкурса «Останови огонь».